Всем привет, друзья! Меня зовут Игран, и сегодня я буду играть в игру Близнецы. Стоит режим практик, надо своровать 3 предмета. У близнецов драгоценных 3 предмета. В этом будет заключаться моя миссия. Давно не выходили ролики по этой игре, и сегодня я уже начинаю полностью записывать ролики по прохождениям. Так, я уже взял деталь, открыл дощечку, вот, вниз спустился, и все. Для начала тут посмотрю, ничего нет. Так, тут вот деталь есть. Как-то вот так пролез быстренько, чтобы пройти. Так, забрал деталь. Все, пролез. Все, уже хорошо. Первая деталь найдена. И иду дальше искать детали. Иду на улицу сразу, посмотрю в мангале. Синий ключ мне не нужен, потому что я сегодня буду проходить через главную дверь. Основную. Так, и сейчас я пойду вырублю свет, чтобы потом пойти поставить эту доску. Все, свет вырубил. Этот свет можно вырубить на время, он потом включится, потому что... Играю я на практике, без близнецов сегодня. И без гостей. Иду наверх, на третий этаж. Но это тут оставлю. И все, иду на третий этаж. Посмотрю для начала в ванной. Тут одна деталька. Пароль 1132. Так, открываю вот эту электронную дверь. И все. Можно вот так сразу сделать. Вон, упал пульт с красной кнопкой. Так, надо аккуратно так прыгнуть, чтобы не упасть отсюда. Получилось. Так, беру доску, ставлю ее. Все, я ее поставил. Так, забираю вот эту деталь. Она мне понадобится. Я еще и пульт нашел. Конечно, упал, но ничего. Так, забираю вот эту деталь и пульт. И эту деталь сразу сюда. Это главная дверь будет сегодня. Так, забираю пульт и иду в одно место, где он понадобится как раз мне. Вот сюда ставлю, нажимаю. Все, сейчас мне надо будет попасть на другую сторону. Вот я уже тут. Все, ставлю. Тут ничего нету. Все, возвращаюсь обратно. Все, а теперь нажимаю кнопку. Вот, механизм сработал. Так, это главный ключ. Он мне понадобится. С ним мне теперь надо будет пойти на четвертый этаж. Тут молоток. Но я сегодня и без него обойдусь. Так, вот так. Скидываю решетку. Пароль 1132. Так, ручку забрал сразу. И вот ставлю ключ. Все, подтянул рычаг, так можно сказать. Так, и сейчас мне надо будет правильно так вести комбинацию, чтобы эта картина отодвинулась. Там деталь, потому что одна есть. Так, 111,
Пробую. 112, 113. Итак, следую комбинации. Попробую правильную подобрать. Чтобы эти красные кнопки так были правильно разложены, чтобы та картина отодвинулась. Так. Вот так делаю. 3. В самом правом. Вот так. Так. Не отодвигается пока что. Вот так. И так. Вот так как-то. Нет. Что-то не так. Вот. Сработало. Ого. Вот, получилось подобрать комбинацию нужную. И иду, забираю. О, это ручка от двери. Одной такой. Так, я забираю уже первый драгоценный предмет. Так, нет, эта штука мне не понадобится. А моя миссия заключается в том, чтобы найти 3 драгоценных предмета. Это золотая монетка, вот этот бриллиант и Мона Лиза, картина Мона Лизы. И я нашел только одну деталь. Так, выкину ее тут пока что. Беру ручку сразу. И тут начинаю крутить. Вот, там отпускается по чуть-чуть. Так, беру лом. Конечно, надо взять молоток, но я возьму лом. Это облегчит прохождение, если вдруг будет как-то сложно наверх идти. Вот, и забираю хендвил. Это тоже главная деталь, потому что я сейчас уже выбью второй драгоценный предмет. Это монетка. И сейчас я расскажу, как. Так, я вот так тут кручу. Да, конечно, все думают, вот это воду как-то вот так убирает, как можно сказать. Но плюс еще и открывает решетку. Такую маленькую, замок, так можно сказать, где лежит монетка золотая. Так, ну уже 2 детали найдены. И остается найти мне отвертку, чтобы открутить картину Мона Лизы. Я там уже доску поставил, мне надо будет сейчас искать отвертку. Так, мне еще надо будет к жуку пойти, мне как, револьвер собирать или динамит найти. Так, красный ключ найден, тоже главная вещь. Так, тут ничего нет. Еще вот эти 2 ящика посмотрю. Нет, тут ничего нет. Все, я уже тут сделал. Можно уже сюда не приходить. Ладно, иду вниз. Тут, в принципе, тоже нечего делать на 3-м этаже. Только мне надо... Точно, я же еще в кухне не был. Так, я нашел 2-ю деталь от револьвера. И остается найти 3-ю. Но проще было бы найти динамит. Только где он, я не знаю. Ничего нет в этих шкафчиках. Нет. Нет, нет, нет. Мне не понадобится зеленый ключ. Вообще никак. Так, беру красный ключ и открываю вот этот замок. Так, и где мне же искать 3-ю деталь? Так, нет, нет, не надо уже искать ничего. Я это выкину тут. Если что, вернусь. Так, но я беру 2-ю ручку, потому что за этой дверью лежит бластер плазма. Самое мощное оружие в близнецах. Вот это оружие.
Я уже тут, вот, заправил газом, так, эту бластер-плазму, иду к жуку, который охраняет одну важную деталь. Так, сразу же пробираюсь. Так, что мне ждать? Нет, все, сразу вниз. Так, попробую отсюда стрельнуть. И еще раз. Нет, ну, точно этого оружия жук не выдержит. С первого раза даже, наверное, когда я стрельну. Нет, не выдержал. Так что я забрал одну деталь. Это отвертка. И все, иду откручивать картину Мона Лизы. И все, на этом прохождение мое и закончится. Вот на практике прохожу близнецы. Давно, конечно, не было роликов по близнецам. Так, ну сразу последнюю стрельну. Вот, смотрите. Все отлетает в разные стороны. Там, наверное, красный ключ вообще за карту отлетел. Мне надо туда идти сейчас. К Мона Лизе. Мне туда еще пробраться надо. И не упасть. В этом и сложность тут. Так, получилось. Все, иду откручивать картину Мона Лизы. Ну все. Забираю картину. Также пойду сейчас заберу все те детали. Упал. Так, забираю картину Мона Лизы. Бриллиант, изумруд, как там? Бриллиант, мне легче так сказать, или кристалл. И монетку. Только я пойду не отсюда, а с улицы, потому что там лазер. Потом надо будет еще возрождаться в каком-то месте. Нет. Вот так быстро я спустился. Вот. Видите, этот замок открылся. Мне помог в этом хэндвилл. Теперь так аккуратно надо будет. Вот. Получилось. Все, я взорвал лазер. Так аккуратно прыгнул, потому что именно в том месте это делать надо. Именно там. Потому что в другом месте сделаешь, тебе лазер цапнет, как можно сказать. Все. Все, я вышел. Все, игра пройдена. В режиме практики. Такое простое прохождение. Там, конечно, комбинацию надо подбирать. Код правильный. С этими тремя красными кнопками. Ну вот, на этом все, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки. И предлагайте свои идеи. Пишите комментарии по близнецам, что можно сделать еще. Я обязательно сделаю. Так что всем спасибо за просмотр и всем удачи и пока-пока.